Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, события, кубки. Кубки нам нужны. Так, проехать это понятно все. Получить 200 эфирного времени. Ну, в принципе, нормально. Так, в команде у нас Гелифиш начал поиск соответствия какой-то. Какой Геля начал искать поиск? Скажи мне на милость, какой поиск ты начал делать? А? Так, ну что, поздороваемся, во-первых. Всем привет. Да ядрёна матрёна, ну Рэй, ну что ты пишешь? Почему все время раскладка меняется, а? Скажи-ка мне на милость. Всем привет, всем здорово. Всем здорово. Так, ребят, открываем здесь сундук. Тяжеловоз ускоритель дым, зарабатываем. Так, это я, наверное, сразу открою. Крылья, ускоритель фляг и... Да, давай это тогда тоже открываем. Магнит, ускоритель фляг. Всего лишь у нас 14 тысяч монет. Я, естественно, ничего здесь не смогу приобрести. Кубки. Сегодня 26 тысяч кубков надо взять. Попытаться. Меняем нашего водителя. Какого-нибудь хочется. Зомби не хочу. Строитель что-то меня не особо устраивает. Давай вот так вот возьмем. Шишкаря. Потому что здесь шишка на пеньке. Поэтому я ее прозвал Шишкарь. Все, друзья мои, я готов. Блин, солнышко там что-то светит сбоку. Мне как-то отражает немножечко. Ох, красавелла. Давай тогда вниз пойдем. Не самый, наверное, лучший был варик, да? Но, тем не менее. Что там сзади едет за это? Это этот Бигфут, по-моему, да? Или как там? Трекфут. Точно, Трекфут, по-моему. Или это дизель? Это дизель, по-моему, ребята. А, он, наверное, ехал на этих. Фига они там. Я таких скинов, ребят, даже и не видел. Аккуратно, 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 аккуратно. Скины прикольные, да? На эти. На супердизеля. Ну... Нормально, нормально. Мы здесь, ребят, первыми приехали. Граф Бобби. Граф Бобби. Назывался там граф Бобби. Я бы сказал, я бы, наверное, назвал бы тебя не граф, а Паш. Паш Бобби. Так, смотри-ка, чувак наверх поехал. Ух. Слушай, хорошо, он едет. Но что-то он хандрит. Он хандрит, ребят, не знаю, с чем там проблема у него. Он, наверное, спускает немножко педальку газа для того, чтобы не сжечь очень сильно горючее. Так, ну что у нас там? Так, дикий стояк. Ого, дикий стояк. Я наконец объявился, да уж. Здорово, стояк. Подожди, как там пишется? Здорово, стояк. Стояк. А у нас, ребята, глубоководное погружение. Было бы немножко денег побольше, я бы, наверное, фуру бы дальше стал прокачивать. Пока не могу. Опа, вот это что-то новенькое, ребят. Неужели вот так вот он нормально... Воу, маслкар. Так, у меня такое ощущение, что я... Прикинь? Маслкар, ребята, распечатался. Так же, как и этот балбес. Воу, воу. И я тоже дурачок. Ты прикинь. Ай, а чувак, который сзади тише всех ехал, приехал первым. Который просто там, знаешь, где-то застрял. Он просто приехал первым. Потому что он единственный, который остался в живых. Из нашей группы гонщиков. Нормально? Да, вот так вот бывает. Я здесь специально... Опа. Да что такое там? Это суперкар же, ё-моё. Не отстает от меня. Ты посмотри на этого засранца. Он еще и с крыльями. Крылатый хламон, а? Вот здесь, кстати, ему не особо будет хорошо. Если честно, вот здесь вот...
Да, ролички здесь, конечно, будут рулить. Я самый, блин, самый прыгучий из всех. Мне бы вот, чтобы... Знаешь, что мне хочется? Чтобы у меня отлетела крыша. Она отлетела, ребят. Да что меня так подкидывают-то? Сильнее, чем всех. Так, ты заметил? Все пролетают нормально. Меня аж прям в поднебесную закидывает. Нафиг мне это надо? Еще бы чуть-чуть бы, я просто перевернулся бы. Не попал. Кто-то там вообще улетел в Турфальдину. Винни-Пух, блин. Ты видел, как он на этих крыльях своих пролетел? Просто оттуда и до сюда. Ну, я первый. А я первый, как всегда. Весенний город, день чудесный. Знаешь что, давай в весенний город мы поедем с тобой на фуре. О, нет, мы же в тот раз, в прошлой серии с тобой весенний город на фуре пробовали взять. И ничего у нас нормального не получилось. И, по-моему, даже такая же гонка была. Маслкары. Так, я эфирное время получил. Так, я пытаюсь обогнать шерифа. Я их обогнал. Такая, знаешь, у нас усердная гонка. Но я первый. Маслка. Просто не пропустил его. Маслкар этот. А вот здесь. Ведь начал же хорошо, ребят. Начал же просто отлично. Но скорость. Скорость бросил, скинул я. Дри Вейлкер. Все, короче, упустил я, ребят, свой шанс здесь. В лучшем случае, это если я смогу Дри Вейлкера этого обогнать. Ну, что-то мне кажется, что вряд ли. Офигенно. Нет, не выйдет. Не смог. Не получилось. Слишком большая тачка врезается практически во все, ребят. Поэтому нифига там не получилось. Пацана еще приходится сбрасывать скорость. Потому что тачку мою начинает закидывать, ребят. Вот из-за этого все. Не вышло нифига. Вот они въедут вдвоем, и все, и ты хоть там что делай. Мне постоянно надо подтормаживать, чтобы тачку не перевернула. Сейчас вообще жестко было. О! Там он, кстати, круто подлетел. Второе место. Ну ладно, ребят, второе место. Второе не последнее, скажем так, да? 200 эфирного времени я получил. Ничего тут не дали мне замечательного. Кубок Сумрачной долины. Слушай, а давай попробуем Кубок Сумрачной малины проехаться. Малины. Долины, конечно же, ребят. На маслкаре. Я просто хочу проверить, как она себя... Да она тоже почему-то прыгает у меня слишком высоко. Она что-то, что-то, ребята, среднее именно по прыжкам. Знаешь, кого напоминает мне? Именно в прыжках этот. Думаю, скажи, я скажу. Супердизель. Да, по прыжкам, ребята. Да. Та же самая система прыжков. Но, тем не менее, мы зарабатываем здесь первое место. У меня просто идеальный старт начинается. Ну и противники, я смотрю, здесь тоже новичков мне каких-то подсунули. Видел, на чем там ехали они? На каких драндулетах? Вот об этом я и говорю.
Гоняют они на драндулетах. Ну, а мы с тобой... А мы с тобой побеждаем и зарабатываем 9 баллов. Соответственно, первое место. Дай-ка я, наверное, вот этот открою. Ага. Так, ускоритель фляг. Это для... Это для... Супер. О, новая краска, но это на... Это у нас выпала новая краска на формулу. А формулой, ребят, я не пользуюсь. Так, кубок путешествий. Это же, по-моему, три разные трассы. Это каньон. Это у нас... Что там еще? Фига там эти ребята наяривают. Тут еще и фура. Красавчик, блин. Каждый кактус надо было поцеловать тебе, да, Рэй? Еще не легче, блин. Ну, повезло, ребят, повезло просто. Потому что вон эта развалюха, она практически меня уже догоняла. Да, у нас каньон, потом пляж. Дикий. Дикий пляжный стояк. Кто-то там, по-моему, перевернулся, да? Краем глаза увидел. Я не любитель щелкать по сторонам, но это я углядел. А знаешь, наверное, я мог еще где горло-то простудить. Я кефир когда покупаю, он у меня все время в холодильнике. И прежде чем наводить свою суперсмесь кефирную, я его не охлаждаю. Точнее, не отогреваю. Он как холодный у меня с холодильника достается, так я его употребляю. Кстати, это тоже может быть, ребята. Особенно, когда вот если жарко, жаркая погода, ты вроде бы такой, ну, разгоряченный, да, жаркий парень, и тут холодного кефира. Вот, кстати, горло из-за этого может... быстрее заболеть. Ну и еще, конечно же, бывает так, когда на ночь ложишься спать, открываешь вот это самое окно, а сплю я вон там. Вот. И сквозняком просто тебя может продуть. Проще парень лепы, ребят. Так, ну что, давай попробуем сельский кубок взять на байке. Вот не надо мне только, ребята, вот эту вот дичь втирать, что маслкар чуть ли не скоростнее, блин, моего байка. Идите вы в опу с такими, как сказать, с такими гонщиками. Ну не может быть по приори. Мне вообще кажется, что байк, я, конечно, ребят, может быть, ошибаюсь, это самый быстрый транспорт в игре. Если я не прав, то поправьте меня, ребят. Ядрен Матрен, что ты вытворяешь-то? Что ты делаешь, дичь какую-то? Есть. Фух. Я ж так напрягся, что у меня, ребята, грудь вспотела. Прямо ж такая, знаешь, капелька потекла, чувствую. Фух. Слишком все, ребят, воспринимаю близко к сердцу. А ты знаешь, почему маленькие люди всегда говнистые? Кто-нибудь из вас знает, нет? Я вам открою секрет, знаете почему? Потому что сердце близко к жопе. Это так, это между нами. Поэтому они и говнистые. Оу. Ну, вот из-за этого, ребята, я и проиграл. Прикинь, вот из-за вот этого дебилизма, из этого мостика вшивого, блин, еще и получил второе место. Хотя две гонки выигрывал. Как? Я что, идиот? Я не поменял транспорт, блин. Молодец, Рэй. Так держать, в каньоне. Угу. На байке. Молодец. Ты просто крут, блин. Если ты проедешь, я не знаю, что я тебе сделаю. Расцелую сам себя. Но этого же не будет, ребят, ведь так ведь? Потому что на байке это нереально. Жесть какая-то. Ниндзя. Да куда? Что ж ты? Мне вообще хотя бы приехать, ребят. Нет, нет, нет. Как бы я ни старался, ну не получается. Тут всего одна гонка была. Ну, ребят, понятно почему. Потому что я не поменял тачку. Тупанул, заговорился, и вот так вот получилось. Давай, маслкар возьмем. Да она по скорости не вытягивает даже, ребята, вот это вот раллийное авто. Она не вытягивает.
Там дед какой-то, дед. Dead the Dead, baby. Ну, у него прокачана тачка получше, чем моя. Это видно даже по тому, как она едет, ребят. Я просто на одном уровне проехался с раллийным авто, и все, ни больше, ни меньше. И на этой тачке у меня нифига нету на прокачке. То, что стоит, это полный бред. Ну давай ты, ну господи, ну. Так, ребят, пока мы, я и второй лидер, имеем одинаковое количество очков, баллов. То есть по 4. Сейчас вот в этой гонке будет решаться, так сказать, судьба, да? И она не в мою сторону, ребята, легла. Хотя он там споткнулся. Чё? Это еще что такое? Откуда выскочка-то взялся? Я его там и не видел, блин, в помине, ребята. Вылетел откуда-то. За серия молодой, а? Посмотри-ка, выскочил он там, фраерок. Давай возьмем уже наше раллийное авто. Не будем здесь выдумывать с тобой. Изобретать велосипед, будем действовать. Два байка, прикинь. Да вы, блин, серьезно, что ли, а? Ладно, асса вшивый. Сейчас мы посмотрим. Блин, хочу, чтобы ребята были туннели. А, так он с этим еще едет. Все, я понял. Кстати, сзади тоже еще одно раллийное авто едет тоже с этим. Как называется, скажи, я скажу тебе. Ну, с усилителем, короче, с этим. С нитро. Ё-моё, вспоминал, как же называется, нитро. Да ну ёпарасете, ну. Если бы поехал понизу, бы обогнал бы. А поехал по крокодилам. Ну хорошо, хоть вообще проехал, а мог бы там застрять бы, если честно. В общем, байкерам, я смотрю, эта трасса не особо хорошо приглянулась. Один из этих улетел уже. Да, он уже улетел там далеко-далеко. Так, 6. А, у нас первое место, ребят. 6 баллов. Поэтому разрулили. А, кубок колпака и ступицы. Давай попробуем прокатиться на нашей старенькой добренькой. Ну, ядрен, матрен, на нашей старенькой добренькой, блин. Супер дизелек, ребят. Супер дизелек. Блин, ну вот это вот не надо было делать. Да едь ты спокойно, да едь ты нормально. Ну что ты со своими прыжками-то дебильными этими? Проиграть дерьму какому-то. Просто дерьму проиграть. Просто ехало дерьмо, ты понимаешь? Это по-другому не назвать эту машину. И ей сфейлиться. Да. А почему? А потому что супердизель как дурачок. Вот он прыгает, когда приземляется. Все, он, ребят, он всю скорость растерял. И вот, пока он там встанет на колесики, пока он там опять подгазанет. Ну что это, ну. А чуть-чуть больше подашь газку, он перевернуться может. Ладно, допустим, здесь выиграли. А, тут еще баги. Баги на крыльях у нас, оказывается. Все летят машины вперед. Моя почему-то летит вверх. Ну, это бред, ребят. Сколько у меня? 6 баллов. Это второе место у меня получается.
Ну я же хочу разнообразить, ребята, гонки, поэтому я беру другие тачки. Я знаю тачки, на которых я могу 100% выиграть, но... Вот так вот делаем. Поехали. Ну, ядрён, Матрён, давай, заезжай. Вот тоже вот этот прыгнет, отскочит, прыгнет, отскочит. Ю-Виктори, блин. Вот и Ю-Виктори. Бумс, вот это вот ударяется где-нибудь на пригорке, и все, ребят. Всю нашу скорость, что мы набрали, коту под хвост. На заднем колесике чисто прокатили всю гонку, считай, с тобой. Нормально. Так, это последняя у нас получается гонка. Ах ты жук ты навозный, а. Я бы не удивился, если бы сейчас еще врезались бы. Ну ядрен, Матрён, ну что ты делаешь, ну? Как на какой-то бугорке встанет и начинает тут прыгать, евосить туда-сюда, туда-сюда. Ну нафига, спрашивается. Ну здесь, конечно, по прямой. Не знаю, ребят, посмотрим. Лети, Икарушка. Не, ну тут быстро пролетели. Ну согласись. Прям на одном дыхании. Прямо-таки на одном дыхании. Ну ладно, фиг. Раз тебе нравится, перевертыши. Жит-жит-жит-жит. Колеса там только шуршат. Но здесь можно, кстати, надо было скинуть скорость просто-напросто нам. А сзади, кстати, прикольно фон сделали. Они поставили ну, дома и сделали отражение. Не поленились ребята сделать даже отражение домов в воде. Вот так вот. Кто мне, кстати, ребята, я вас спрашивал уже сотый раз. Когда будет третья часть ХКР выходить, ну, выпущена? Кто там из вас больше всех осведомлен? Можете мне сказать? Может, демка есть какая-то или пробная версия, чтобы поиграть в нее? Я бы просто хотел бы посмотреть, что там новенького бы добавили. Какие бы соревнования. Он был бы прикольно, если бы действительно были бы онлайн соревнования. То есть ты как бы садишься, набираешь команду, да? И начинаешь играть. Это было бы, конечно, прикольно. Не с ботами, а именно с реальными игроками, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот это я подставился, ребят. Да что ты тупишь-то, тупорылый, блин. Все, просто сфейлил гонку. Да, просто тупо сфейлил гонку. Еще и горючий кончается. Разбился. Он разбился головой, блин. Ну, тут только за счет этого выиграли. То, что мы с тобой просто залетели на эту подставку и очень хорошо щеманулись. Так, песок в купальнике. Попробуем, ребят. Автобус. Нормально, да? Этот домик просто перепрыгнул. Бунгало это. Нифига ему там. Не вздумай. Ну ломай ты, ёпта, домик-то этот, блин.
Это дичь. Я удивлен, что меня за это время никто не обогнал. Там столько времени потратить на эти объезды этих бунгало. Как там бунгало, бунгало, как он-то правильно-то. Вот. Ну давай ты перелетай ты сюда-то, в конце концов, засерят ты. Встань ты на колеса, выровняйся. Да, потерял, ребят, очень много времени там на этих подъемах, блин, там подобное. В общем, не годится эта тачка для вот... Да не можем, не можем мы заехать, ты понимаешь? Воу-воу-воу-воу, куда ты, Рей? Ну куда ты, твою... Вот дебилизм-то, а? Ну просто, ребята, дебилизм первой категории. Ну по-другому не скажешь. Чуваки тоже... Автобус... Автобус спокойно себе. А что он спокойно себе? Он... У меня, ребят, горючее кончается. Я тупо не доеду, не про... Хотя, подожди, может быть... Нет. Да. Хуже тупника и быть не могло. Ну что, попробуем, ребят, на баге тут погонять. На баге в городе. Сейчас посмотрим. Какой тупняк меня здесь ждет? Сейчас бы головой бы звезданулся, было бы тебе веселуха. Она уступает только в скорости, ребята. По маневренности она лучше, чем ролейка. В плане вот именно прыгать вот эти вот возвышенности. Но скорость... В скорости уступает очень сильно. Единственное, что мне еще нравится, она когда приземляется, ребят, она не теряет своей скорости. То есть она... Даже еще, я бы сказал, даже она больше рвет с места, чем когда она просто едет. То есть она приземляется, и она еще рывок такой делает резкий. Вот в этом, да, у нее большой плюс. И на подъемах. На подъемах она очень хорошо себя ведет. То есть она не теряет скорость. А в остальном... Слабо такая, слабенькая, слабомощная машина. Видишь, ну вот, просто ее обгоняет этот Деннис как стоячую просто. Как будто я ей даже не еду вовсе. Не хватает ей скорости. И все, ребят. Поэтому один балл мы просто отдали тупо. Из-за вот этого. Ну что, кубок Штормрайдера. Я, наверное, попробую проехать, друзья. Давай на нашей раллийной автошке. Биг папа. Что-то слишком много пап тут, смотрю, стало. Там папа, здесь папа. Самый лучший папа отдуплился. Я, конечно, думал, что, ребята, он будет поднимать голову, но ну, не в этот момент, когда ты на всей скоростухе уже летишь туда. Это надо было просто сфейлиться. Ну, даже если мы с тобой займем, там, я не знаю, первое место, если мы займем, то побед все равно не будет. И даже не спрашивай, почему, блин. Три балла. А, еще гонка есть. Слушай, ну если еще гонка есть, если мы займем первое место. Если мы займем первое место, будет good.
Так, вопрос, ребята, что у него там срабатывает? Какого лешего? Ты чё, блин, нифига себе. Просто, ребята, подловила меня на этом. Чуть не перевернулся, короче. На вулканчике, на скорости. 26 тысяч кубков, ребят, заработали. Все, 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 все. У нас так, в команде что там? Так, привет, Рейн. Привет, Жумайсымба. 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 Так, ну что, ребят, пойдем проедемся еще в гонках. Автобус. Ну, понятно, короче, что здесь. Фига он там. Воу-воу-воу-воу. А как у него так получилось? Нифига он там залетел. Все, у меня, короче, кранты. Тебе не кажется, что это слишком нереальная тачка была вот сейчас вот у него? Фига он там залетел. О, куда мне, блин, на моем табуране тут ехать? Не, ребят. Совсем не вариант. Здравствуйте, приехали. Какого лешего, еще и горючее кончилось. Еще и утонул. Кстати, этот чувак тоже не доехал. А зачем тут автобус-то нужен? Это... Я не буду ругаться, ребят. Ну ты посмотри, вот эта тачка, как она ведет себя. Да, я не спорю, может быть, она там хорошо. Но как он там рванул, газанул ты... Ну давай, давай, ты проезжай. Твою налево, блин. Там чувак на байке еще пытается что-то сделать. Сейчас хана нам, да? Нет, ребят, это не для меня гонки. Это что-то слишком какие-то жесткие. Все, давайте-ка мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.